Здравствуйте, товарищи. Прибыли мы на замечательно обмелевшую протоку Оби. Здесь водичка стоит под берегом. Ну а сейчас вот такой уровень. У меня с собой кальцион от 1,5 до 10 граммов. Вот на него будем пробовать окуня искать. И здесь в чехле еще ломиглаз от 7 до 17 грамм. Ну, здесь уже будут, если щука обнаружится, будем вертушки, воблеры использовать. А сейчас посмотрим, что у нас будет с окунем получаться. Вот они, заливные луга наши. Осень уже в свои права вступила. Все желтеет, краснеет. Ладно, не будем отвлекаться. За рыбалку. О, отлично. Вообще воды нет. Ладно, будем искать рыбу. Рыба кормится прям в самом коряжнике. Поставил поверхностник. Клевка была, но чего-то совсем мелкого. Я его ничем взять не могу из этого коряжника. Как к нему подбираться, неизвестно. Мы сделаем еще одну попытку. Главное, меня не боится. И кормится в наглую здесь. О, видите? Что-то село.
тут осела. Первый окунь. Отлично. Видно, что окунек здесь стоит. Ну, видимо, не крупный, такой же, как попался. Ну вот что-то вроде бы посерьезней. Сейчас посмотрим, кто это. А какой. А какой хороший. Здравствуйте, товарищи. День второй. Протока та же. Несмотря на то, что вчера с клевом было очень не очень, все-таки мне здесь понравилось. И надежды на крупного и среднего окуня не оправдались. Поэтому было бы правильней надеяться на мелкого и среднего, что вчера и подтвердилось. Вот. Ну и сегодня. И, кстати, ломиглаз до 17 грамм я так и не использовал. Здесь он, применение его нецелесообразно, на мой взгляд. Глубины очень небольшие. Ну, максимум до полутора метров. Поэтому сегодня снова хальцион от полутора до 10 грамм. И взял мормышинговый комплект. Это Смит до 3 грамм, Филдрим. Вот, им буду баловаться, пробовать мормышить. А в основном, наверное, все-таки на окуня. То есть вот строгая палочка и лапша. Ну, может быть, ради удовольствия можно будет джиг покидать и лапшистой палкой, чтобы почувствовать сопротивление окуня на вываживание. Ну вот,
Все дальше увидите. Приступаем к рыбалке. Вес 1,5 грамма огрузки и baby rockfish, что-то там типа машинного масла или колы. Красота и тишина аж звенит. Где-то вдалеке, иногда моторы слышны. Уже прохладно, на траве видел иней. Пальцы рук, ног немножко подмерзают. Скоро осень. Вот здесь поглубже. Снова в коряжнике активность какая-то. Вчера там не получилось у меня толком выманить никого. Поклевочка. Приятно. Еще одна поклевочка. Вот. Контакт с рыбой установлен. Вот прям на падение сел окунь. Ну, вот такой у него средний размер. Сел хищник. Рыбку отпустим. Thank you.
Листопад. Ой, как красиво. Какая красота. С таким звуком еще. Класс. Конкуренты всякие летают. Он же может хоть куда спиннинг забросить. Прямо над моим местом. Не знаю, скажу, что занято. Вот он, вот он. Отлично. Но все-таки держится здесь окунь. Вот так вот подсел окунек. Здесь можно сидя ловить. Комфорт.
С комфортом мошка в глаз попала. Вот на такой растяжке приходится стоять. Коряжник знатный, конечно. Одну поклевочку. Больше ничего не надо. Угу. Кто там? Кукушара какой. Вот таких бы не вошел в кадр сход хорошего окуня. Закончилась батарейка, пришлось подключить пауэрбанку. В общем, не судьба мне была. Вот здесь он немножко поторчал и сошел. Thank you.